Добрий вечір, шановні друзі. Останній з могікан. Так кажуть саме про таких людей, як мій сьогоднішній співрозмовник, з яким ми будемо зараз спілкуватися на його дачі під Санкт-Петербургом у Комарово. Сьогодні у нас в гостях видатний російський письменник Даниил Гранин. Даниил Александрович, добрый вечер. Я счастлив, что вы принимаете нас сегодня здесь, в Комарово, у себя. Я не знаю, можно ли это назвать имением, но на даче, наверное. Вы знаете, все, наверное, писатели родом из детства. И впечатления, которые писатель накопил и получил в детстве, они потом сказываются на всей его творческой жизни, в частности. Вот сегодня, оглядываясь назад, что вы можете вспомнить из детства? Какие самые яркие такие ощущения? Из детства? Детство было для меня решающим периодом жизни, потому что отец мой работал в леспромхозах, лесником. Я жил много в деревне с ним, в лесах Новгородщины, Псковщины. И это были счастливейшие времена, которые очень много оказалось, что очень много дали мне. Природа. Это деревенская культура, которая исчезла начисто. Это деревня русская. Это лес. Это поля. Это быт. Такой. И отец. Человек совершенно счастливой доброты. Доброта – это ведь вообще самый главный талант человека. Все остальное – это не так важно. Вы работали на Кировском заводе, искали себя, как я понимаю, и оттуда, как настоящий интеллигент, как настоящие интеллигенты в те годы ушли в народное ополчение, когда началась Великая Отечественная война. Скажите, много людей, которые ушли в народное ополчение, убили в первые же дни войны? Народное ополчение ушло очень много людей, особенно в Петербурге, я не знаю, как в Москве, в Ленинграде, очень много. Это был такой порыв, удивительный порыв тогда. Ну, там связано было с несправедливостью с этой войны, которая с Германией, которой мы вроде бы там такие были отношения. Ну, во всяком случае, дивизия народного ополчения стояла в очереди записываться. Я тоже записался, несмотря на то, что у меня броня была. Потому что это завод, но я работал в танковом конструкторском бюро. Слушайте, ну броня была, казалось бы, отсидись в тылу, а вы пошли. Почему? Ну что это, патриотизм? Хотел воевать. Стыдно было не воевать? Нет. Во-первых, война – это... Романтика. Да. Было возмутительно. Как это, на нас напали, да? Да. Так что были обстоятельства, которые делали это бесспорным и само собой разумеешь. Вы были пехотинцем, начинали войну, потом да. Танкистом и закончили. Я да. Пехотинец. Так. Мы были все там в этой в дивизии народного ополчения пехотинцем. Потом началось отступление, 41-й год, мы драпали, потом... Позорно драпали? Сперва драпали. Позорно, плохо, нехорошо? Да. Сперва мы драпали, потом мы отступали. Это разница. Разница, да. Да. Потом мы отступали. Потом мы... сдерживали немцев. Третья стадия. Да. под Лугой. Мы, в общем, вцепились в землю уже. Потом мы дошли до Пушкина, детское село, и задержались тут. А потом мы дошли до самого уже почти Ленинграда, Шушары. И тут мы стали. Хотя тут тоже масса странного было. Потому что немцы могли войти в Питер. Могли? Да. Они вошли. Был день, вот 17 сентября 1941 года, когда мы просто ушли в Ленинград. Все рухнуло. Я сел на трамвай и поехал домой. И лег спать. Сказал сестре, сейчас войдут немцы, кинь сверху, мы на Литейном жили, гранату, и разбуди меня. А гранату зачем? Гранату я ей дал. Она сидела на окне сверху, а я не мог. Я уже спать хотел. У меня двое суток совершенно не спал. Ну вот, я проснулся, спросил ее, входили немцы? Нет. И я пошел тогда в штаб дивизии народного ополчения, который находился в Маринском дворце. А там была история предыдущая, что я, по сути дела, командовал остатками полка. Ну и полк разбежался, когда бомбежка была, меня контузило. Ну, неважно. И я пришел, что... А где твой полк? Где полк? Я говорю, разбежался. Пиши объяснительную записку и пойди на самый верх, там трибунал. Пойди в трибунал, там тебя будут судить. Ну, я пошел, написал объяснительную записку. Ну, там дальше, неважно. Ну, в общем, короче... Ну, наверх не пошли. А? Наверх не пошли. Пошел. На трибунал. Пошел, а как же? Пошел, трибунал, написал объяснительную записку, сижу, жду, когда меня вызовут. В это время приходит майор, говорит, ты кто, ты чем командовал, ты чем командовал? И меня тоже спрашивает. Он говорит, знаешь что, вот ты и ты, идите, я вам дам назначение. Я говорю, ну я же потребовал. Слушай команду последнюю. Старшего по званию. Да. Я пошел, получил бумагу, что назначен командиром батальона. Вот, я пришел, это отдельный был артпульбат. Под Шушарами я пришел, подошел, а там уже был командир батальона, молодой, кадровый. Я, конечно, свою бумажку пришел, и он, меня назначили, не назначили, а взяли в пехоту по рядовым. Я хочу процитировать. В одном из интервью вы сказали: «На войне я научился ненавидеть, убивать, мстить, быть жестоким и еще многому другому, что человеку не нужно. Но война учила и братству, и любви». На что вот война открыла вам глаза? Она мне открыла глаза на то, что, во-первых, нам все врали. Мы пошли без оружия. С винтовочками на танке? Нет, бутылка. Молотова, смесь? Да. Вот это мое оружие было первое. Вот. Открыл глаза на то, что нам все врали, что к войне мы не готовы были. Что все это вранье, все эти наши песни, которые мы продолжали петь... По инерции. Ну вот, все это вранье было. Война мне показала, какие люди, боже мой. Это замечательно. Это мне так жалко людей, которые погибли в первый год войны. Это были лучшие, наверное, лучшие, да? Люди, да. Таких людей было потом все меньше и меньше. Ну вот, открыло мне глаза на то, что Красная Армия войну проиграла. Войну выиграл тогда, когда она началась, Великая Отечественная война. Войну выиграл народ. Ну вот, война открыла мне возможности, да, дружбы, любви, взаимовыручки, всех тех качеств, которые требует солдатская жизнь. В последние годы, во всяком случае после перестройки, многие историки говорят о том, что не Гитлер собирался напасть на Сталина, а Сталин на Гитлера. И даже Суворов-Резун, вы наверняка знаете этого писателя, вы знаете, написал книгу. Это все возможные предположения. Возможные предположения. Я думаю, что те факты, с которыми я имел дело, на нас напали. Мы должны были защищаться. Это была очень трудная война, потому что мы ее начинали без ненависти. Немцы – культурные люди? Да? Немцы – это пролетариат, Тельман, Карл Маркс, мировая революция, Люксембург, Липник. Ну, как же так? Первые пленные, которые я увидел, мы с ними все время пытались найти какой-то общий язык. Потом уже появилось... Вообще, на войне... Это та война, которую я с первых дней начал. Очень быстро делались солдатами мы. Те, кто уцелел, тот стал солдат. Мы быстро учились на своей шкуре ползать, стрелять, маскироваться, и ненавидеть, бежать, наверное. И ненавидеть. Отступать, а? И ненавидеть. И ненавидеть. И не жаловаться. Вы знаете, вместе с Алесем Адамовичем вы написали блокадную книгу, потрясающее, на мой взгляд, документальное свидетельство того, что же на самом деле происходило здесь, в Ленинграде, во время блокады. Скажите, а вам, одному из авторов блокадной книги, известно истинное число погибших во время блокады в частности и в Великой Отечественной войне в целом? Значит, в Ленинграде, очевидно, погибло миллион. Не 660 тысяч, как нам все время доказывали. Миллион, даже, наверное, побольше. Потому что в этот миллион не входят люди, которые погибали, уже переехав дорогу жизни. От того, что они ели, от того, что они были дистрофиками, от того, что у них была уже пелагра и так далее. Что касается потерь во время войны, только сейчас на днях была опубликована цифра 43 миллиона. Вы верите в эту цифру? Боюсь, что она правильная. Во время блокады... Это не Россия, это Советский Союз. Во время блокады мародеров расстреливали на месте без суда и следствия, но также, я знаю, расстреливали и людоедов, людей, которые ели людей. Можно ли осуждать вот обезумевших от голода, уже не людей, наверное, а животных? Можно ли их осуждать? И действительно ли часты были случаи людоедства? Да, я вам скажу. Голод лишает человека всяких задерживающих каких-то факторов. Преград, да, исчезает всякая мораль, все преграды и запреты уходят. Голод – это невероятное чувство, не отпускающее ни на день. Но хочу вам сказать, что удивление и чудо для нас с Адамовичем было, когда мы работали над этой книгой. В общем, можно считать, город не расчеловечился. Это удивительно было. Да, было людоедство. Было людоедство. Детей ели? Были вещи хуже людоедства. А что хуже? Ну, например? Даже не хочу. А ребенок собственный. Ребенка скармливать ребенку. В одной семье. Ну. Там были вещи, которые мы не могли, о которых мы не могли писать. То есть вы не обо всем написали? Нет. Мы не могли. Нам никто не запрещал. Но мы не могли писать об этом. Был какой-то вот наиболее удивительный случай, потрясший вас, выживание в блокаду? Да. Например, мать, которая кормила детей, надрезая вены себе кровью своей. Правда ли говорят, что настолько уже защитникам города и тем, кто в нем остался, было все безразлично, что устраивали совместные бани, где женщины мылись вместе с мужчинами, и это никого не смущало? Вот это вы сказали неправильно. Это не все безразлично. Это наоборот, это было очень трогательным актом, я бы сказал, даже целомудрия. Потому что в этом дистрофическом состоянии уже не было пола, не было мужчин и женщин. Были просто люди, страдавшиеся, для которых было, понимаете, блаженством была возможность помыться теплой, даже не горячей, теплой водой. Воды ведь, водопровод не был. Вот сегодня, спустя столько лет после окончания войны... Нам цензура запретила это, вычеркнула. Да? Да, потому что это считалось... недостойным советского человека. Нет, ну это Суслов сказал, что это нехорошо, некрасиво. Вот сегодня, спустя столько лет после окончания войны, вы можете все-таки сформулировать, за счет чего такая неподготовленная, разрозненная страна, как Советский Союз, смогла победить эту хорошо организованную, обученную немецкую военную машину? О, это правильный вопрос, который почему-то у нас об этом историки, в общем, не пишут. Почему мы победили? Мы не должны были победить. По всем показателям. У немцев было все достаточно хорошо организовано. У них было великолепное вооружение. У них была уже налаженная хорошая военная машина. Системная. А? Системная машина. Да. Почему мы победили? Красная армия была почти уничтожена. Мы победили, потому что война была с нашей стороны справедливой войной, а со стороны немцев несправедливая это была война. Вот это фактор чисто психологический, но он решающий фактор, с которым мы и сегодня сталкиваемся. Мы столкнулись с этим в Афганистане, мы столкнулись с этим еще до Великой Отечественной войны в Финляндии. Кстати, говорят о том, что у советских солдат был особый какой-то дух, что вот русский поднимался и шел в атаку с криком «За Родину, за Сталина». Вы, кстати, кричали «За Сталина»? Нет, за Сталина, ну, может быть, были какие-то, что-то было, но это не было. Отсюда идущим порывом, да? Это не было за Сталина. Это был крик. Так? Кричали, матерились во время атаки. Кричали «мама». Пили перед атакой? Если давали, то пили. Много пили? Вообще нам давали по 100 грамм, не больше. После сражения или атаки, или там наступления, давали за счет убитых. Вот. Но в пьяном виде нет. Сама атака, сам бой отрезвлял немедленно. Страшно было? Ну, конечно, страшно. Я заметил у вас, когда мы вошли, книжечка Межирова лежит на подоконнике. У него есть потрясающие стихи, вы наверняка их знаете, мы под Колпино скопом стоим, артиллерия бьет по своим. Потрясающие стихи. Часто бывали ситуации, когда вот эта русская извечная неразбериха, надежда на авось, неорганизованность были явными, выпуклыми и диссонировали с немецкой организованностью. У немцев тоже хватало. У немцев тоже хватало беспорядка и неорганизованности. Немецкая организованность в первые месяцы войны была действительно замечательной. Но в первую же зиму мы столкнулись с их глупостью. Да? Они не были приспособлены для войны в зимних условиях. Что не мудрено, в общем. Они не рассчитывали. Так? И когда зимой 1941-1942 года под Ленинградом они так превратились в каких-то, это ужасно смешных каких-то... Обледеневшие. Да, все в тряпках. В соплях. Каких-то, да, в этих шинели, обрезками шинели заматывали себе ноги и так далее. Это мы их спрашивали, пленных. Он говорит, мы не рассчитывали, что мы зимой будем воевать. Как вы, как писатель, можете в нескольких словах охарактеризовать личность Сталина? Личность? Вы знаете, у меня разные были периоды. До 20-го съезда, потом период после 20-го съезда, когда это было разоблачение всех жестокостей Сталина и тем более Ленинградского дела, с которым я немного столкнулся. Но потом я убедился, что это все гораздо сложнее. Хотя бы вот в каком смысле. Он очень любил литературу и знал литературу, и много читал. Есть замечательные работы, в частности, такой историк Илизаров, который изучал пометы Сталина на книгах. Красным карандашом. Нет, разными, разноцветными, но пометы. Пометы отличаются тем, что это неподдельное чувство читателя. Да? И эти надписи «ха-ха-ха», «да нет, это не может быть», «да откуда он взял», «да что такое» и так далее. Так? Это тут нет никакой уже показухи, ничего. Это чувство читателя, которое хорошо описывает Пушкин, Евгений Онегин. И вот, значит, Илизаров описывает пометы на «Воскресенье» Толстого, на «Братьях Карамазовых», так, на Анатоле Франс, на книгах Анатоля Франса и так далее. Он был не просто читатель, а вдумчивый читатель. Читатель, который, для которого это все как-то осваивалось, переживалось и не действовало. И не действовало. Злодей он был все-таки? Ну, это слишком просто. Это слишком просто. Это совершенно какая-то извращенность. Знаете, вот Толстой, Достоевский, так, величайший гуманисты, человековеды, значит, люди, которые никто лучше не писал о проблемах человека, совести, добра и так далее. Не действовал. Нет. Вот литература, о которой мы так любим говорить, значит, влияние литературы, искусства. А здесь все кончалось. Он приезжал в свой кремлевский кабинет, забывал Толстого и Достоевского. И все подписывал эти расстрельные списки на сотни, на сотни. Не просто человек, а людей, которых он знал, дружил. Я вам задам непростой вопрос. Я часто бывал в Германии и видел ветеранов Второй мировой войны немецких с хорошими зубами, откормленных, сытых, довольных жизнью, с огромной пенсией, в своих домах, квартирах, с машинами. И потом видел наших ветеранов войны, беззубых, несчастных, брошенных государством, за которое они отдавали жизнь и все остальное, без денег, без квартир, без ничего. Что у нас за такая страна, я имею в виду Советский Союз, Россию, Украину, не имеет значения. Что у нас за такая страна, которая не смогла, в отличие от Германии, обеспечить надлежащие условия своим ветеранам? Это правильный упрек. Справедливо, я скажу больше. Это относится не только к ветеранам, это относится и к людям, которые попадали в плен. Это миллионы. Да? и те, кто были на оккупированных землях. Но это надо принять в расчет разные условия войны. Мы имеем дело с разоренной страной. Разоренной. Но мы у них тоже погуляли неплохо. Это наша страна была разорена. Вплоть я могу сказать, вот Ленинград. Так? Ленинград был полуразрушенный город, где люди жили, где могли жить для того, чтобы восстановить этот город. Почти в землянках, в дотах бывших. Да, и в Германии были разрушены города. А заводы вывезены? А заводы вывезены? Да, вывезены заводы, все. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство. У нас не было той могучей американской помощи, которая оказана была Германии. Мы потеряли слишком много народу. Это молодые рабочие руки. Как восстанавливать было страну? Кем? Чем? Кто? Это все было очень трудно. Они находились более... У них потери меньше на процентном отношении. У них все-таки... Вот вы знаете, мы когда... Мы не могли понять, когда мы двинулись туда, на запад, чего они к нам пришли. Они так хорошо живут, что они пошли к нам. Они поэтому и проиграли, наверное, увидев, как мы жили. Ну, не думаю. Они проиграли, потому что это была несправедливая война. Вот это мы не учитываем. Вот это ощущение... Знаете, что такое ощущение справедливости на этой войне было? С первых дней... Мы знали, что мы победим. Мы драпали, отступали, и все равно мы знали, что мы победим. Вот это почти мистическое, ничем не обоснованное чувство. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний російський письменник Даніїл Гранін.